Михаил Кричман прежде всего известен как постоянный соавтор Андрея Звягинцева. Он снял все картины режиссера, от телепроекта «Черная комната» до недавно вышедшей «Нелюбви». Также Кричман работал с Верой Сторожевой, Павлом Лунгиным, Алексеем Федорченко, Сергеем Тарамаевым и Любовью Львовой. Это один из немногих отечественных операторов, востребованных за рубежом. В его фильмографии есть картины Лив Ульман, Фрёкин Юлия и Джима Шеридана «Скрижали судьбы». Сам Кричман неоднократно говорил, что у него нет собственного стиля, что главное – это соответствие общему замыслу. То есть стиль, как считает Кричман, идет не от оператора, а от тандема с режиссером. Но какими бы разными ни были фильмы, снятые Кричманом, авторство кадров в них можно определить моментально. Рассмотрим некоторые ключевые приемы и решения, которые он регулярно использует. Кричман часто снимает длинными кадрами. Для сравнения, в большинстве современных голливудских картин средняя длина кадра варьируется от 4 до 6 секунд. В «Возвращении Звягинцева» она составляет 11,1 секунды, в «Левиафане» — 17,5 секунд, а в «Елене» и вовсе 27,6 секунд. Вспомним полутораминутный открывающий план «Елены», двухминутную сцену с дождем в «Изгнании» и трехминутную экспозицию в «Зимнем пути». Однокадровую съемку Кричман сочетает как со статичной камерой, так и с плавно панорамирующей или с динамичной ручной. Во всех случаях прием добавляет ощущение реализма и погружения. Кроме того, длинный кадр формирует особый медитативный ритм истории. В картинах Кричмана доминирует статика и медленное, плавное панорамирование на тележке с помощью стедикама и очень редко с крана. По мнению критиков, именно такие решения создают ощущение большого стиля, увеличивают масштаб камерных историй, поднимая их до уровня философских притч. В то же время плавные движения или статика создают эффект отстранения. Не зря о последних фильмах Звягинцева говорят, что автор в них все равно что сторонний наблюдатель. Кричман признается, что любит снимать с рук. Это придает живость материалу, погружает тебя внутрь истории, и ты сам становишься ее участником, говорит он в одном из своих интервью. «Зимний путь» почти полностью снимали с рук, отчасти из-за крайне скромного бюджета, но и чтобы выявить яркий эмоциональный характер истории. Кричман использует самые разные подходы к построению композиции кадра. Очевидно влияние классической живописи и ее законов. Иногда кадры напрямую воспроизводят знаменитые полотна. Выделим наиболее характерные композиционные решения. Прежде всего, это осевая симметрия. Кадр делится на схожие равные части по вертикальной или горизонтальной прямой. Такая композиция не только визуально приятна глазу, но и подчеркивает монументализм событий. Мы уже говорили об эффекте наблюдения, и один из способов его усилить – это съемка через объект. Часто это проемы дверей или окон. Иногда оператор находит более неожиданные ракурсы. Это позволяет сделать изображение интереснее и глубже, создать дополнительный план, а также дать новый взгляд на героев. Интересно, как Кричман снимает диалоговые сцены. Герои находятся в разных половинах кадра на разных планах. Это не только визуально интересно, но и создает глубину, отражает взаимоотношения героев, показывает их реакцию друг на друга, а если необходимо, подчеркивает тему некоммуникабельности, которая часто есть в фильмах Кричмана. Впрочем, герои не всегда должны вести диалог. В кадре вообще не обязательно присутствовать двум персонажам. Это может быть один актер и событие на фоне. Другой любопытный прием, выполняющий те же задачи – композиции, созданные с помощью зеркал. В хрестоматийной сцене разговора мужа и изменившей ему жены в фильме «Изгнание» первая находится в кадре, а вторая отражается в зеркале. Разрыв в отношениях очевиден. Кричман вообще любит использовать отражающие и прозрачные поверхности – зеркала, стекла, воду. В его фильмах часто можно увидеть портрет героя, снятый через оконное стекло. В некоторых эпизодах Кричман использует так называемый «взгляд Бога», снимая объекты с верхней точки. Как правило, это помогает показать особенно важный эмоциональный или интимный момент. В «Возвращении» – это сцена, где главные герои обсуждают своего отца, а во «Фрёкин Юлия» – смерть героини. Кричману всегда удается создать особое пространство в кадре. Архитектуру, природу, интерьеры он снимает так, что на экране возникает мифологический микрокосм,
а объекты предстают собирательными образами. Например, в «Изгнании» дом – это не просто дом, а некая обобщенная категория. Также и с храмом, городом, древом. Вместе с тем, пространство не существует само по себе. Оно обязательно или служит отражением внутреннего мира персонажей, или герои контрастируют на его фоне, как в открывающем кадре «Зимнего пути». Особенно изящно Кричман подчеркивает состояние одиночества, когда герой словно бы остается один на один с целым миром. Важнейший для Кричмана инструмент – это цвет. Не все, но многие его фильмы отличаются холодной цветовой палитрой. Вероятно, она лучше всего соответствует историям, которые оператор переносит на экран. Иногда холодную гамму подсказывает пространство сюжета. Например, в «Овсянках» и в «Левиафане» события разворачиваются в северных широтах, а иногда время действия. Здесь название «Зимнего пути» говорит само за себя. Достичь холодной палитры ему удается правильным подбором цвета и фактуры и при помощи постобработки изображений. В «Возвращении» он применял эффект «Bleach Bypass», в «Овсянках» использовал компьютерную обработку негативов. У Кричмана нет черно-белых картин, но для него характерное монохромное решение с приглушенными цветами и близкими тонами. Это помогает придать изображению благородный аскетизм и усилить его значимость. Иногда в монохромные кадры Кричман вставляет контрастное яркое цветовое пятно, чаще всего в наиболее драматичных сценах, чтобы подчеркнуть эмоциональный накал момента. Конечно, формирование символического ряда картины – это скорее прерогатива режиссера, нежели оператора. Но нельзя не заметить, что через все фильмы Кричмана проходят два образа – это небо и это вода. В зависимости от контекста, символическое значение этих образов может меняться. Например, в «Возвращении» и в «Овсянках» вода ассоциируется одновременно и со смертью, и с обновлением, с новой жизнью. А бескрайнее небо в «Изгнании» и в том же «Возвращении» подчеркивает глобальный, вечный характер истории. В любом случае, важно, что под объективом Кричмана это не просто изящные кинематографичные элементы, а объекты, формирующие атмосферу и смыслы. Сегодня мы разобрали основные черты операторского стиля Михаила Кричмана. Но, конечно, на этом они не исчерпываются. Что в его творчестве привлекает именно вас? Давайте обсудим в комментариях. Увидимся на ТВ Кино Радио.